Всем привет! Всем привет! Едем с... Мы с Окрасовском едем. На автобусе, да? Да. Мам, магазин здесь. Мам, скажи, как подарок. Детский мир. Детский мир. Да. Ну что, все, поехали. Ой, только приперлась с Ульяшей. Время 3:00. Пистолет купили. Зачем он нужен? Сумку вот такую Ульяш купила, она захотела. Там жвачка. Конечно, я себе за такие деньги могу сумку купить. 850 рублей. Где еще? Принеси ободок, давай покажем. И повязку принеси, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Кроссовки купили. Ну, правда, мы купили, она прям их там же обула, и мы в них как ходили. Потому что у нее порвались вообще кроссовки. Мама. Кроссовки 1200. Мама, как сосывать? Я не знаю, как. Ну, как? Ульяш. Как? Все, хана бабки, да? Тут нам вот эту, я не знаю, Ульяш. Вот честное слово, как? А потом сюда. Поговори с друзьями. Я пойду покажу повязку и ободочек твой, ладно? Поговоришь? О, Майя научилась. Молодец. Ульяш. А где повязка, дочь? Я не знаю. Я не знаю. Ты раздевалась, куда бросил повязку? Вот она. Мам, я сейчас с тебя отстреляю. Ой, не надо. Ой, господи. Ой. Расстреляли. Вот такую купила ей повязочку. Как ну, это Ваня. Мы сейчас у нас здесь как купила. Как у Ани. Да, как у подружки. Ободочек. Ну, простенький. Ну, 200 рублей стоит простенький. Это, конечно, я не понимаю. Это очки. Ну, купили очки. Купаться. Плавать, купаться. Да, я купаться. Говорю, бабка, наверное, ничего не жалко. Что попросит, то и покупаем. Угу. Вот такие вкусняшки с ней купили. Одну она скушала, две осталось. Короче, погуляли от души. Ну и пили. А тут женские штучки показывать не буду. Это мое. И Ульяш, шапка. Мапка вот эту штуку. Мапка жима. Ела, чуть-чуть осталось. И взяла в руку, выплюнула. Мапка жима. У меня, как на грех, нет платков. Я вот теперь не знаю, моя шапка отстирается или нет. Пришлось вытирать своей шапкой. Как сейчас. Да. Это старый ободок. Да, женские штучки. Это мое, да. А если в таких, они зимние? Да. Говорю, осенние кроссовки порвались. А это красивый. Если в этих, ну, купили, слава богу. Ой. Покупали в детском мире кроссовки. О. Сейчас точно прям цен даже скажу. Ну, 1199. Как я сказала, 1200. Так что Буся счастлива, я тоже выбирала сама на себе, да, дочь? Мам, кроссовки. Смотри, такой. Что? Все, сумка, наверное, я чувствую, ты не будешь, да, с ней ходить, с сумочкой? Да, конечно, буду ходить. Будешь? Да. Блин, 850 рублей. Мама, ну, покажи, жалко. Что я там сосывала. Жвачка, мама. Сейчас, дочка, мам. Покажу. Покажи. Ну, покупали, говорю, там, как? А жвачку можно? Дороговато где покупали, там отдельчик такой, в этом, в торговом центре. Ну, мам, блин, я могу попросила. Купили. Ладно. Детство, оно короткое. Растем каждый год, да, дочь? А в детстве, значит, у нас должно ладно, быть все. Ладно, я с вами поговорю и мам, да? Да, ты вот, гляди, попадешь мне в класс, я буду слепая, как... Этот одноглазый Джон буду, да? Да. С одним глазом. Я могу ой, дочь, ну не надо. Пожалуйста, спина болит.
уехали во сколько? Часов на 2:11 мы с тобой учапали, да? Да. Время 2:30 пришли. Мама, скажи, мы туда сюда уехали. Да, мы хорошо на автобусе с ней вдвоем. Ой, красота, никто не ругается на нас, ничего, на голове. Мама, глянь сейчас. Ой, мама. Прям хорошо с ней вдвоем, говорю. Мама, я могу сетишь карты стрелять. Не надо, телефон... Ты телефон разобьешь. Не делай так. А то я сейчас заберу, дочь. Я могу тебе стрелять. Забрать? Эти дела нужно делать на улице. Все, я тебе стреляю. Купили сейчас магнит, пистолет. А там продавщица, она знакомая. Она говорит, зачем же, кто мне нужен? Я говорю, ну зачем? Меня расстреливать. Ой, вот застрелишь бабку-то, и все. Кто тебе будет покупать такие подарочки-то? Я. Я. Нет, ты. Угу. Я тебе могу стрелять. Ладно, бусенька, давай все разбирай, дочка. А где моя палочка? Где? Надо и покушать. Где? Бабка жрать хочет, а тебе надо покушать. Купаться. Ой, сейчас, мама, купаться. Сейчас. И купаться. Мама, ладно. Сейчас. Всем хорошего настроения. Пока. Самое главное, мирного неба над головой. А я что? До новых встреч. Иди, попрощайся, тебя не видел. До встречи. Никак? Мама, сейчас, подожди. Сейчас подождите. Она попрощается. Сейчас я вам покажу. Вот ты мне телефон, если разобьешь, я заберу пистолет и выброшу. Поняла? В холодильник. Да.